Всем привет! Наш папа достал свой лэптоп и теперь с самого утра сидит в Одноклассниках. Он туда, наверное, уже год не заходил, да? Больше. Здравствуйте всем. Честно я тебе говорю. Больше? Больше. Сколько у тебя там было сообщений? Ты уже там все ответил? 29, я еще все не могу открыть. Что-то он зависает. Долбанные эти. Чё? Со своими этими. Наверное, специально делают, чтобы не показывал. Да, у тебя всегда что-нибудь зависает. Не, ну серьезно? Вален, короче говоря, знаешь, мне в этой... Ты когда мне посмотришь этот ремень в машине, он меня реально душит. А ты вот правильно его одеваешь? Нет, я делаю такую петельку через горлышко. Правильно ездить так. Я посмотрю, честно. Володя, хватит, мне нужно курицу обсмолить. Иду. Молодец. Бегу. Давай будем обед готовить, а то уже время много. Без еды останешься. Да. Давай быстрее, то я буду курицу ставить варить. Ей же еще свариться надо. Давай, все. Ой, где моя лампа? А что ты хотел сегодня готовить? Секрет? Не, честно. Я хочу кукси. О-о-о. Тогда ты сейчас еще одну куры. Ты мне смотри, только ничего не сожги, да? Ты хоть убавил там? Ой, блин, оказывается, она не сильно горит. Я тебе сказал, что она не сильно горит. Ничего себе, огонек. Ну ты же говоришь не сильно. Да, так ее это. А то там так много вот этих вот маленьких волосочков. Кухню не сожги мне. Кого? Кухню не сожги мне только. А то ты попадешь не только на Сабринины права, а еще и на мою кухню. Володь, только ты... Да, так, чтобы она только не поджарилась. Опять кто-нибудь напишет, она и здесь указания дает. Я уже курю. Ну, а как по-другому? Вон, видишь эти? Да, что вот эти вот, да, да, вот эти вот, ну, все эти маленькие. Так что, девочки, мальчики, мужчины, у нас будет сегодня кукси на обед. Володя, бессовестный. А что вот это, это прицепилось? Вот это что такое? Нет. Вот это, да. Не знаю. Но я все равно еще мыть буду, конечно. Ну ладно, уже хватит, наверное, или? Не знаю, сейчас подожди. Ого, обшмален. Жопа по-немецки попов, культурно. Да ну. А у нас попа. Культурно. Культурно. А не культурно. Смотри, она какая попа, да? Какая? Ну, на плечах у нее. Но у нее курицы плечи есть? Не, ну, тут... Где? На спине, вон, волоса, видишь, много. Так, все. Все, спасибо. Не за что. В общем, начинаем готовить. Курочку ставим на бульончик вариться. Так, все. Все, спасибо. Да спасибо, уже хватит. Бессовестный. О, Володя! Катастрофа, блин, ты. Давай, давай, сожги мне кухню, я белую уже хочу. Ой, перестань, а. Чё? Так, всё, на, Таня. Полотенце. Спасибо. Чё это моя это упала? Ладно, сейчас я подниму. Не знаю. Уже ну да, мясо. Жареным мясом пахнет, палёным. Волосы ладно, горят. Продолжаем дальше готовить. Так, ладно, давай.
Девочки, варится моя курица. Сегодня я буду делать, ну, уже говорила, кукси. Написали Карине, думала, может быть, она приедет на обед, но она сказала, что она сегодня не может. Купила вот эту вот капусту, которую вы мне в прошлый раз советовали. Все, что она и режется хорошо, и что она вкусная. Ну, я как-то покупала, по-моему, давным-давно, по-моему, такую. Мой любимый ножик, он у меня уже такой замученный. Не знаю, когда я решусь его выкинуть. Наверное, только тогда, когда найдусь за хорошую замену. Ножей куча, ну вот любимый почему-то только один. В общем, на кукси нужно куриный бульон, ну, курица, обыкновенные спагетти сварить и потушить капусту. Ну, потушить капусту, так, ну, короче, нормально ее тушишь. Потом ее хорошо приправляешь соевым соусом, перчик горький, чесночок. Можно пожарить капусту с говядиной, но у меня сегодня нету говядины, ну такой, которая у меня только такая на косточках, которую я для борща обычно покупаю, ребрышки. Что-то я не купила мякоть вчера, поэтому буду делать без говядины. Ну, курицы нам в принципе хватит. Все, режу капусту и начинаю ее тушить. Тушить буду в казанчике. Курочка у меня варится. Я сюда в курицу бросила только лавровый листочек и луковицу. Ну и все, и посолила, больше ничего. Так, каким бы мне ножом порезать капусту? Это мягкая капуста, наверное, будет хорошо резаться. В общем, короче говоря, я сейчас шинкую капусту и начинаю тушить. Капусту можно с луком пожарить, ну, потушить, можно без лука. Кто как хочет, я, наверное, буду делать с луком, потому что лук у нас все любят. Ну, вначале тогда обжарю лук, а потом добавлю капусту. Да, все. Володя, сейчас попрошу, чтобы он меня почистил чеснок. Володь, почисть мне чеснок. Володь. В самом конце надо, а мне нужен лук, так что лук он мне тоже. Володь, я ну, возьми, скажи привет моим девочкам. Сабрина только из душа вышла, она вся еще в полотенце замотана. Можешь за кадром, Сабрин, сказать алло. Так сказать надо громко, чтобы я слышала. Алло. Алло. Лучок, наверное, две штучки мне хватит. Сейчас приготовлю. Сабрин, крикни там папу, потом, чтобы он не лук. Сабрин, ты что, с ума сошла? Чего? Чеснок, дай. Чего она хочет? Володь, я хочу, чтобы твою лук почистил. А что она кричала? Тебя, потому что мы тебя уже три раза звали. Тосочку. Что ты хочешь? Чтоб ты мне лук почистил. И чеснок. А где синий нож? Оказывается, синий нож всем нравится. На, я другой возьму. Чего упало? Какое мясо? Сабрин, давай я тебе потом сейчас курица сварится, курица сделаешь. Okay. Потому что это замороженное же мясо полностью все. Клубника хорошая, вчера только купила. Я знаю, что это не видно, но я же режу капусту.
режется очень хорошо. Капуста. Все, сейчас я капусту порежу. Кузнута какая-то невкусная совсем, да? Ты сахар надо посыпать. Ну да. Ну, если не вкусная. Но я без сахара ела. Ну, делать все, я без сахара. Ну, потом еще говоришь сахара. Нет. Ладно, я потом, когда закину капусту жарить, и потом вам покажу. Володь, не порежешь еще потом тоже лук, да? Пальцы осторожно. Ну ты почистил только, мне надо что-то еще порезать. Хорошо. Зубчики безобразные. А ты уверен, что этот чеснок покупала я? А кто? Может, это ты покупал? Я в последнее время забываю чеснок покупать. Точно. Это капуста прям на русскую похожа. И такая сочная. Угу. Можно, кстати, вот знаешь еще? Давно уже не ели. Чего? Ну, картошку с капустой просто. Или дымляну. Или дымляну. Да, надо говядину, ой, надо баранину купить на дымляну. Плохо теперь у нас как-то это. А? Ну, чтобы поехать в какой-то большой магазин, нужно так далеко постоянно ехать. У нас же а забора... в этом нету, что ли? Я не пойму. Где? Лидл или Алди? Баранины? Да. Так, чай кипит. А что ты то кофе не пьешь? Девочки, мы же достали свой старый чайник, у нас же тот папа почистил. Он больше не включается. И я чек, кажется, выкинула. Не знаю, надо в кошельке посмотреть. Я обычно чеки в кошелек ложу. Но этот я вот прям помню, мне кажется, что я его выкинула. Капуста вкусная. Смотрите, и практически без отходов. Теперь буду только такую капусту покупать. Прям очень. Мне понравилось. Да, Володя, у нас чайник уже все, не включается тот новый? Ты хочешь проверить? Сейчас все включится. Я ничего не сделал, я... Чего? Вот смотри. Видишь, порошок? Ты воды много молил, чё ты? Кальк снимает, вот и добавила всё. Ну да, ты чё, первый раз? Не, ну пусть высохнет. Ну сколько сохнуть? Не знаю, сейчас включим, всё выключится. Ну проверь. Не. Чё, ты рискуешь? Нет. Пока нет. Риск благородное дело, но не сейчас. Ну, сейчас кино смотрю. Тебе все равно как-то в магазин надо еще молока покупать, да? Ну, у нас же там в келере еще есть молоко. Мало. Ну, конечно, в магазин я попаду. Да. Вот ты знаешь, что у нас с сентября опять закроют Лидл? На 7 недель я слышала, косишь. За 20 километров есть магазин. Нет, ну закупаться уже не... Просто у нас с Лидла наши все животные корм только с Лидла едят, поэтому нам мы будем приучать их к другому корму. Вроде купил коробку, стоит даже не живу. Да? Зараза. Хотя тоже так же написано «Желе». А ты типа с другого магазина, тот, который купил в Реве, или где-то да, да, район да, уже поставлен? Тоже «Желе» написано. Они не живут даже.
про кошек, то что они корм. Не забудь там, где все выпить. Ну все, буду дальше тушить капусту. Курица у меня варится, чеснок у меня почищенный. Ну и все. У меня для заправить капусту. Ну, солечко пошло. Солнышко мое, ты, наверное, на улицу хочешь, да? Сейчас мы пойдем. Все, пошли по Соне на улицу. Все, вот, девочки, мальчики, мужчины, моя капуста жарится. Так, сейчас я вытяжку выключу, чтобы не шумело. Все, сейчас вот эта вот жидкость выкипит, она немножечко поджарится. И я все отключу. Здесь у меня варятся спагетти. Здесь я уже достала курицу. Я варила суповую курицу. От нее бульончик вкуснее. Вот бульончик. И потом... Что ты хотела? Чеснок это в капусту. И потом, когда я положу это в тарелки, я вам покажу. Все. Капуста моя уже готова. Я теперь добавляю сюда соевого соуса. Ой, как эта банка тяжело открывается. Боже мой, так все. Это горький перец с чесноком. Но чеснок я все равно добавлю. Чесночка туда. Кстати, я очень довольна вот этой вот чеснокодавкой. Почему так много? Чеснока? Ну ладно, больше не буду ложить. Да сейчас же шар будет. Ну, мы любим, когда шар. Ну, я нет. Ну, я тебе поэтому и сказала, давай тебе отложу. Ты нет. Ты бы видела, вспомни, как ты ела салат с морковкой, когда маленькая была. Тебе было 2 года, наверное, 3 года. Ты прям из чашки. Мы только еще делали салат, а ты уже его вот такими вот, сколько в руку помещи, в руку. Чё смеёшься, правду говорю. Сколько в руку помещалось, а столько ты им... И засовывала себе в рот. Угу. Все, перемешиваем. Больше сои. Надо сою добавлять. Еще соя будет в бульоне, Саврин. Надо сою добавлять, чтобы не пересолить. Какой бульон? Какой бульон? Саврин, ты как будто бы никогда кукси не ела. Бастас. Это где нудель заливается куриным бульоном и ложится капуста. А я не могу просто нудель с капустой. Без бульона? Нет, не можешь, кукси будешь кушать. Так. Что ты меня снизу снимаешь? Крысь. Так, сой еще надо. Ага. Надо же не пересолить. Кстати, кукси можно кушать как горячим, так и холодным. Все, я сейчас разделаю курицу. Нудель уже сварилась. Все, накрывай на стол. Сейчас будем кушать. Все, наш обед готов. Смотрите, вот так это выглядит. Остатки курицы я положила на стол. Сейчас еще возьму маленькую тарелочку. Мы туда нальем маги. И мясо будем тут макать в маги. Соус, и еще каждый сам себе по вкусу добавит маги в бульон. Здесь вот я положила капусту, спагетти и залила все куриным бульоном. Ну и здесь мяско. Все. Сегодня у нас вот такое вот кукси. Кукси можно делать с говядины, но я люблю с курицы. Все, мы будем кушать. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Эрик сегодня не придет, у него там оказались другие планы.
Так что сегодня мы обедаем. Воскресный обед у нас такой на 3 человека. Все, Сабриночка несет сок. И мы садимся кушать. Всем приятного аппетита.